Здравствуйте, это программа «Время говорить», в студии Анна Бережная. Разрушенные старинные здания и зловещие озера в объятиях густой зелени. Так сегодня можно описать некогда популярный парк «Минный городок». Но теперь у жителей Владивостока появилась возможность увидеть его другим. После серьезной борьбы парк вновь принадлежит городу. И уже готов проект не просто обновленного, а абсолютно нового парка «Минный городок». И сегодня об этом расскажут наши гости. Екатерина Батищева, главный архитектор проекта «Минный городок». Дмитрий Батищев, генеральный директор ООО «Архибат», и Вячеслав Сергеевич Чупин, визуализатор проекта «Минный городок». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне как человеку, который, можно сказать, вырос в этом парке, застал его еще красивым, цветущим, с аттракционами, потом я наблюдала все его метаморфозы, и сегодня мне очень интересно узнать, каким все-таки он будет. И давайте начнем с общей информации, на какие зоны будет делиться «Минный городок», а впоследствии поговорим о деталях. Смотрите, мы своим проектом, концепцией эскизного предложения для развития парка «Минный городок» предлагаем разделение на этапы и участки нашего парка. Вот, всего планируется устроить 10 участков, они все могут реконструироваться как одновременно, так и последовательно. Но прежде всего, то есть мы выделяем каждое озеро, пруд, то есть искусственное сооружение водное, затем главную площадь, затем плоскость, большой участок леса, 15 гектар. Затем район аттракционов и японского сада. Угу. Третье, получается, дальше район конюшни и район Баляева с детской площадкой и секциями. Вот. Все эти этапы сначала будут предварительные такие работы, подготовительные, как то проведение инженерных сетей, восстановление разрушенных водных водотоков, вот, строительство перепускных сооружений и прочая инженерная инфраструктура. Вот, и таким образом мы хотим не сразу, то есть закрыть парк, а делать его постепенно, и таким образом люди могут отдыхать на вновь устроенных участках, вот, и далее вести реконструкцию. Это, безусловно, очень масштабный проект, и здесь важно понимать, что это не дело одного дня, одного месяца и даже одного года. Но о сроках мы поговорим чуть позже. Сейчас мне хотелось бы узнать очень волнующую, мне кажется, многих информацию о том, сохранится ли зеленая зона вот в ее первозданном виде. Мы сохраняем по возможности все деревья, плюс еще досаживаем новые, массив зеленый весь сохраняется, который сейчас существует. Плюс зеленая зона. У нас будет зеленая зона с дендропарком. То есть мы там насадим какие-то растения по типу ботанического сада. Вот, то есть там будут редкие растения. Растения, да, которые. То есть мы дополним водные, допустим, водные плоскости мы дополним ивой, там луговыми травами, так чтобы было красиво, то есть прогуливаться вдоль воды. Далее, все там плохие деревья, то есть будет проведена дефектация, они будут удалены, подрезаны, подлечены, если такое возможно. И дальше мы будем формировать пешеходные дороги и пути движения там спортсменов и так далее, какими-то группами растений, то есть плюс еще мы хотели живыми изгородями, там, еловыми насаждениями. Да, выделить несколько, ну, центральные дороги, главные, которые у нас пешеходные пути, выделить еловыми или лиственницы, например. То есть все главные магистрали у нас будут подчеркнуты зелеными насаждениями. Да, ну так и будет более торжественно, то есть и приглашающие такие дорожки будут, очень будет красиво. Плюс на озерах мы еще хотели, вот на, особенно первое, которое самое нижнее, мы там хотели сделать, ну, предлагаем сделать как бы тихое уединенное место для рыбалки, для, может быть, для жителей более старшего возраста, ну, и для медитации, высадить там лотосы, возобновить пруд так, чтобы там заселить рыбу. Можно даже будет ее поймать, и вот есть предложение сделать выше на этом озере такой рыбный ресторанчик, где можно ту же рыбу приготовить, да, там
Так. И также мы еще предусматриваем как бы сезонность цветения парка. Весной вот цветением и красками заиграет яблоня, груша, абрикос. Добрый чуть день. Позже калина и сирень, ближе к осени клен, рябина, дзильква и виноград амурский. Зимой вечно зеленые хвойные деревья будут радовать нас. Плюс насаждение, ну, цветов очень много, клумб также будут высажены по типу сезонности. То есть каждый год, каждое время года радовало глаз. И зеленые, вечно зеленые растения, они также будут интересны зимой. Ну, на белом снегу и на сером как бы фоне они будут выделяться и будут видны как бы пути движения, там дорожки. И... Ну, плюс освещение у нас выставлено. Плюс освещение. Что будет с освещением? Ну, будут продуманы, в принципе, все дорожки подсвечены, причем пешеходные маршруты какими-то небольшими светильниками, да, там, да, где-то 3,5 метра, вот. И, собственно, зимой, там, даже уже когда снег, серость это, да, то ну, вечерний вид, как бы, совершенно не пострадает, тем более с нашими зелеными растениями, вечно зелеными. Будет очень интересно, что зимой и летом. Также подсветка принцип. Деревьев, плюс какие-то подпорные стены или акценты, которые будут ну, у нас возникнут из-за того, что тут большой перепад рельефа. Мы также высадим виноград амурский и актинидию, чтобы они заплетали. Чтобы вертикальное озеленение стен было. Они часто еще зимой даже с красными листьями стоят. Да, и с красными стеблями. Насколько я знаю, было очень много предложений от жителей города, которые ждут не дождутся, когда Минный городок станет новым, красивым. И учитывали ли вы большинство пожеланий? Как действовали в этой ситуации? Да, было много предложений. Так, вот, было изучено практически все предложения. Плюс администрация, на сайте администрации да, более 100 предложений собрано. Мы прочитали вообще всю массу этих предложений, ну и выявили какие-то группы, основные пожелания. Направления, да. Направления людей. Иногда они, конечно, конфликтуют друг с другом, но мы старались учесть все пожелания. Да. О чем говорили чаще всего? Основное общественное мнение было направлено на как бы сохранение этого парка и деликатного подхода, что, собственно, мы и хотели сделать, и, надеюсь, у нас это получилось. То есть мы выявили слабые стороны и сильные достоинства этого парка. То есть слабые мы нивелировали и убрали, а сильные усилили и, в общем, и развили. Поэтому ну, постарались учесть все предложения. То есть для разных возрастных и социальных групп. И для транзитеров, и для тех, кто там живет. В основном, ну, я думаю, 70%, наверное, было такое пожелание, это оставить все как есть, отремонтировать дорожки, привести все в порядок. Хотя бы так сделать. Да, хотя бы так. Уже было конечно, бы хорошо. Мы это все восстановили. Предлагается восстановить водные, там есть стихийные ручейки, да, и облагородить их, даже которые раньше брали в трубу, они сейчас разрушены, да, вот эти скрывали. Мы, наоборот, хотим сделать как открытые ручейки, там, с валунами, по типу пейзажного каньоны парка. Такие, да. Или вот на главном входе с Баляева, там, вдоль лестницы сделать такой открытый лоток, чтобы журчала вода. Как бобслейная трасса, то есть она так по гранитному руслу будет двигаться ручей. Переходит плавно вот в ручей японского ну, сада, кстати, который там раньше, да, был, сада. Там будет пейзаж. Да, там был замечательный японский сад, я помню, правда. Недолго просуществовал. Я была очень маленькая, любила в нем играть, а потом его резко не стало благодаря вандалам. Как будете справляться с вандализмом? Парк будет закрываться на ночь или не будет? Как охраняться? Про камеры скажите. Ну вот на совещании с главой города была эта проблема как бы озвучена. И что мы предлагаем? Во-первых, мы предлагаем зафиксировать периметр парка, то есть восстановить, сделать его закрытым, организовать входы обязательно. Их будет порядка 10 штук с разных сторон. Вот. И там будут стационарные посты охраны, и мы устраиваем видеонаблюдение во всех узловых как бы, точках и в темных уголках, включая как бы, лесные тропинки, дорожки. Вот. То есть зловещим парк уже не будет? Надеемся, что нет. И плюс еще мы хотели бы, чтобы парк имел часы работы там, с 8, допустим, до 23, до 24, так чтобы ночью там не было соблазна что-то сделать плохое, там вандализм или какие-то... До позднего вечера, но не круглосуточно. Да. Парк все-таки имеет свою историю, достаточно неплохую.
есть такие постоянные, вечные его жители, там, будь то шахматная доска на асфальте, конюшня. Знаковые раньше, такие вещи. Да, было очень, очень долго стояло, сохранилось колесо обозрения, но потом его уже демонтировали. Что из этого сохранится все-таки и в каком виде оно будет? Я думаю, это все сохранится, причем приумножится и улучшится по возможности. То есть, если там шахматные доски, это ну, такая вот знаковая вещь этого парка, да, их там у нас будет не две, там даже гораздо больше. Собственно, в проекте есть визуализация картинки, где можно посмотреть, и будет очень интересно обыграно. А колесо, ну, сейчас там на месте собак тренируют. Вот, хотим восстановить, причем ну, колесо достаточно интересное и может быть там знаковым объектом не только нашего парка, но и города, и в принципе даже по России оно там будет, наверное, ну, лучше не знаю, то есть там... Не последнее. Да, там, то есть в принципе оно очень интересное и масштабное, то есть вопрос поддержки, да, то есть чтобы там люди не говорили, что там ну, какой-то расход денег там еще куда-то идет, когда там все голодают, то есть я думаю... Ну, такие вещи знаковые должны строиться, и как бы это будет украшать и улучшать наш город. Причем, если вот в том же виде, в котором мы придумали, да, то есть по нашей задумке, это будет, ну, прям еще одна знаковая вещь города, там, не меньше, чем наши мосты. Ну, в принципе, Дмитрий Николаевич с Екатериной его как проектировали, да, то есть эскизное предложение, и, ну, могут, наверное, более подробно об этом рассказать. Ну, во-первых, про шахматные доски, да. Ну, начнем, вернемся обратно к ним. То есть у нас есть вот эта площадь главная, и выше там предполагается вот одно из старых зданий восстановить и сделать вообще как шахматный клуб, кружки и секции там, для юных шахматистов, и чтобы люди собирались. Потому что одно из пожеланий было вот как раз сделать какую-то не только доску, но и место для сбора шахматистов. Под дождем, во время ну, дождя. Ну да, во время дождя. Они там изучали обеду. И также мы вот прям в мощине хотим сделать мощине, вот, которое пригодно для игры в шахматы. Может, да. Как то есть не черно-белая доска на асфальте будет, а зеленая трава и какие-то ну, там разные у нас вариации, то есть можно играть да, и поставить в культуру в виде шахмат, которые передвигаются. Что касается колеса, мы там, не знаю, где-то есть у нас кадр. Есть. Мы хотели сделать в виде буквы «В» большой, что символизирует и Владивосток, и как-то перекликалось бы с мостами, с нашим золотым мостом. Уже символом нашего города. Да. Конечно, это пока эскизное предложение. И нужно сделать, потому что это будет очень высокое сооружение. Сделать, уникальное сооружение. Да, уникальное. Такое, подразряд сооружение. Уникальных сооружений. Сделать сначала проект вообще на весь парк, это пока концепция. Да, вот это очень важный момент. Да. Давайте объясним зрителям, что это не абсолютно готовый вариант. Мы сейчас предполагаем, как может быть в идеале, да? Да, что, и главное в этом проекте... Могут еще быть какие-то изменения. Определить как раз функции и направления развития этого парка. А потом нужно будет, когда мы уже точно определиться, кто будет инвестором, там, больше государство Владивосток или какие-то частные лица, частные стороны, или юридические компании. Лица, да. И потом уже надо будет сделать, ну, сначала изыскание, грунтовые условия, экологические и прочее, да. А потом сделать проекты, пройти экспертизу, потом сделать рабочие проекты, по ним уже строить. То есть путь чисто. Достаточно длинный, и мы сейчас, как бы, это первый этап только кристаллизации из какой-то глыбы, значит, только первые наметки какого-то красивого превращения, да, чтобы получился, в общем-то, такой. Ну да, то есть мы такие вот знаковые вещи, да, взяли, мы их не убираем, а ну, улучшаем, то есть наши шахматные остаются, то есть колесо было, мы сделали еще больше и лучше, да, то есть, ну, как бы не идем вразрез с пожеланиями, а, соответственно, улучшаем, оставляем максимально зеленую часть. И при этом аккуратно, не мешая вот общей идее парка, да, добавляем какие-то новые интересные моменты, которых, возможно, не было, но так вот не хватало. Да? Вот хотелось добавить, что там присутствуют исторические, ну, вот этот минный городок, где минеры были. Там, во-первых, были искусственные земляные сооружения, вот эти валы, мы по возможности их оставляем. Они являются предметом охраны. Да, плюс вот эти здания там
сейчас заброшенные, тоже восстановить и сделать их как частью музея. Открытого там могут быть самого минного сувениры, городка или начального периода развития Владивостока. С царских времен здесь был минный городок. Мы восстанавливаем вот эти небольшие домики, которые сейчас выходят. То есть там можно, они совсем небольшие по площади, но можно там продавать, допустим, билеты в тот же музей. Да вот эти старинные маленькие, да, совсем маленькие, там стоят. Какие-то там информацию выставить, сувениры. Сувенирная продукция с изображением минного городка. Офицерские флигеля будут восстанавливаться и будут являться маленьким музеем самого минного городка и части Владивостока. Но мы хотим сделать как бы целый комплекс, вот. И там сейчас еще находится подземная галерея, которая тоже интересно было Стрелковая восстановить все. И мне кажется, это будет очень интересно для туристов. Плюс сверху, когда там, где зеленый массив на крыше этой галереи, там также можно устроить какие-то информационные плакаты, какую-то прогулку. Там. Система графики и направления у нас будет развита в проекте. То есть там, насколько я понимаю, достаточно серьезные, да, подземные сооружения? Достаточно, да. Глубокие, да? Около 40 метров длина. Я помню в детстве, когда я была маленькая, нам рассказывали, что какой-то туннель ведет до Находки. Я про русский остров слышал. Хотя бы до русского, да, мы все в это верили. Была недавно Ворошиловская батарея, вот если бы хотя бы так сделать. Мне очень понравилось. Мне кажется, иностранцам, я знаю, что и японцы, и немцы очень любят такие вещи. Да, действительно, это все-таки историческая ценность, парк-то старинный. То есть это не фейк, это настоящее. Здорово было бы, да. Также есть еще одна историческая ценность, которая практически уже не сохранилась, к сожалению, это кинотеатр «Буратино». Это советское время, летний, детский, замечательный кинотеатр, в который мы также многие ходили. И я знаю, что он тоже сохранится. Будет ли он исключительно детским, и вообще в каком виде мы его увидим? Ну, там по этому кинотеатру и вообще интересная вещь, если от него там сейчас остались там какие-то стены, остов, да, но тем не менее эта вещь, как вы заметили, знаковая, да, и многие люди помнят, я в том числе помню, сколько в нем фильмов пересмотрел. Ходили. Вот, и, ну, мы сделали достаточно интересный проект, эскизный проект предложения по кинотеатру этому. Вот. И, ну, естественно, там будет уклон для детей в какое-то дневное время, вечером, ну, для взрослых. То есть там также будет интересное кафе. То есть там можно отдыхать всей семьей, если пришли там мама, папа, дочь, да, то есть дети пошли смотреть мультик, взрослым там также будет интересно и уютно. То есть мы хотим такой уголок киномана создать. Днем и утром там это для детей, мультики там, фильмы постарше, дальше будут какие-то тематические фильмы, артхаусное кино, кто-то там музыкальные какие-то концерты. И специально для них делаем, то есть открытую террасу, и, то есть на уровне получается и на втором, и на первом, и кафе внутри, и все это получается в таком амфитеатре из земляных валов, все это скрыто от ветра и очень уютно, удобно. Такое небольшое уютное заведение. Да, такой клуб по интересам киноманов. К слову, как показала практика летнего кинотеатра нашего на спортивной набережной, это очень популярно. Да? Я думаю, что это также будет востребовано и в нашем городке, тем более. Да. К слову, кстати, о мероприятиях. Я знаю, что сохранится площадь, в принципе, да, локально практически в таком же виде. Но там будут еще и фонтаны, сохранится сцена. Вот недавно там проходил Сабантуй, известный фестиваль. Будет ли нечто подобное впоследствии в будущем минном городке? Да, мы сохраняем площадь. Вообще все старались по возможности сохранить, плюс добавить. Ставим сцену, причем будет и подсцена. Предлагаем сделать и подсценное пространство, там, где могут быть и туалеты, и как раз какие-то гримерки. Гримерки, переодевалки для актеров. Для актеров. И участников. Площадь здесь большая получается. Сцену мы ставим повыше, чтобы видно было всем. То есть можно проводить любые мероприятия здесь. Также, то есть места будет много, площадь сохранится. Да, площадь сохраняется. Да. Плюс у нас вот на... Мы предлагаем сделать небольшие... Это со стороны Луговой, да? Вот, со стороны Луговой как бы. Предлагаем сделать... Сувенирный базар. Или вот бывает ярмарки народного творчества. Вот я знаю, везде в мире и в России. Чтобы можно было там каждые выходные или еще в любой день. Или какие-то мероприятия проводить. Там выставка кошек, там, чего угодно. То есть на входе. Плюс сделать...
выставочный зал, много открытых выставочных скульптур, то есть мест предусматриваем для, может быть, молодых художников, скульпторов, каких-то тематических. Открытая галерея такая мы предусматриваем, вот, тоже в конечной части. То есть будут еще как арт-объекты, да? Да, арт-объекты для развития творчества, да, чтобы, то есть там какие-то могут музыканты выступать, да, какие-то небольшие площадочки, то есть кроме вот этой основной большой сцены. Вот имеется амфитеатр, амфитеатр там будет возле верхнего озера, которое ближе к площади. Вот там получается спуск, мы предлагаем сделать амфитеатр, чтобы с сидячими местами был. И, собственно, на пляже там какая-то небольшая площадка появится. И та же самая вот улица Мастеров, про которую говорила Катерина, она будет не просто, как у нас сейчас происходит. Вот пришли там, поставили синие палатки, тенты, вот набежали, все расставили. То есть там будет уже предусмотрена интересная какая-то архитектура, для людей все это продумано и удобно. И, собственно, малые архитектурные формы стационарные, которые как бы вписаны в бульвары, мы сквозь него проходим, обрастаем сувенирной там продукцией, какими-то подделками, идем дальше туда, к сцене. А сцена, что касается сцены, она у нас, хорошо, что изначально она у нас большая, то есть не сцена, а площадь, она как сцена получается. Она прямоугольной формы и очень достаточно большая, то есть можно вместить там до 5000 человек единовременно. И если какие-то проводить концерты или мероприятия, фестивали, то мы также предусматриваем, что из близлежащих, то есть зданий административных, будут выноситься мобильные трибуны, где и зрительские места, которые можно, если что, разместить, и разместить эти 5000 человек в сидячем положении. То есть Миногородок может стать одной из основных площадок праздничных Владивостока. Да. Это очень здорово. Это будет знаковая современная площадка, да, на которой мы сможем приглашать каких-то интересных исполнителей, да, если там по музыке, либо какие-то вот день города, там, да, еще какие-то вот, да, то есть проводить такие мероприятия на достаточно высоком уровне, с полным набором удобств, то есть там как бы у нас рассчитано там количество туалетов, да, то есть люди не будут там ходить по кустам и все это дело, извините. Да, ну как бы банально вещь нужна. Еще хотела добавить по поводу верхнего озера, вот Слава уже упомянул, что здесь будут трибуны. Здесь можно еще проводить, ну, мы вот это озеро вообще как бы считаем спортивным у нас оно. То есть под катамараны, под какие-то водные. Активные. Ну и можно какие-то там, может быть, небольшие соревнования там проводить. И трибуны есть, да. Судомоделирование и прочее такое. Такие мероприятия. У нас, к сожалению, время выходит. Я хочу задать один немаловажный вопрос также, который, я думаю, многих волнует. Будут ли инвесторы подключены к этому проекту, да, ведь бюджет немалый. И приблизительное время воплощения все-таки очень хотелось бы узнать, как скоро мы сможем наслаждаться прогулками. То есть мы, как говорили, наш парк разделяем на участки, зоны воплощения, то есть на 10 частей. Вот. Приблизительный бюджет парка получается 2,3 миллиарда рублей, но здесь привлеченные есть инвестиционные как бы средства. Вот. Порядка там 1,3-1,5 миллиарда будет привлеченных, то есть город на это не потратится. А город будет как бы создавать среду для того, чтобы сюда зашли инвесторы. Это получается приведение в порядок всего земляного массива, то есть лесного массива, инженерные коммуникации, прокладка и обеспечение подводки новых коммуникаций. И таким образом площадка заживет, потому что появится ток, водоотведение, водоснабжение. И добро пожаловать в наш парк. В новый. Для инвестиций. Вот уже есть пожелание, также нам администрация передала, что есть желающие из Хабаровска как раз заняться колесом, установкой колеса. То есть уже подключаются активные инвесторы. Кто заинтересован что-то делать в этом парке? Ни много ни мало, самое большое колесо на Дальнем Востоке. Вот, пожалуйста, уже первый рекорд, можно сказать. Но проект будет действительно рекордным, про срок не упомянули, около 5 лет. Около 5 лет, да, мы собираемся завершить все работы при наличии беспрерывного финансирования. Ну, к сожалению, нам пора заканчивать, я бы с удовольствием еще узнала какие-то подробности, но время выходит. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам. Я желаю удачи, скорейшего воплощения всех планов. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания. До свидания. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.